Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну вот, хотел вам показать, как говорится, пример вампиризма, колдовского вампиризма. То есть, видите, вот прямо корень рода, в принципе, знаете, он неплохой, чистенький. Но вот, ну, конечно, там навешано вампирских подключений, это я вам не буду показывать. Хотел показать, до какой степени, да, просто вот действительно высасывают все силы из человека. И действительно, человек худеет. Ну, на самом деле, физически худеет достаточно быстро, и отсутствие сил. То есть вампиры просто вот никакие в кино, да, с клыками. А вот вампиры среди нас, которые высасывают человека. Видите, прямо тоненько-тоненько остается вот это вот. Скоро как иголочка будет. Ну, мы, конечно, сейчас все это уберем, все эти вампирские подключения. Но они хитрые, конечно, будут подсоединяться. Вот видите, насколько как свинец показывает вот этот вот такой вампиризм, колдовской вампиризм. Так что будьте осторожны, у вас многих людей тоже вампирят. И, соответственно, друзья мои, берегитесь, берегитесь. Все, пока, счастливо.